Кружины – это есть то, что нужно нашему врагу. Это, то есть, это призыв к насилию. В 90-х годах Грузии такие дружины, они назывались хедриони. Они как раз и развязали кровавый гражданский конфликт, к сожалению. Выключить, пожалуйста. Хедриони разум Зунцо защищала Грузию. И реально, и то, что они говорят. Мы против Порошенко, против Саакашвили. Это для меня очень характерно. В Украине они против Порошенко и Саакашвили. Это есть защита, Порошенко и олигархата. Когда они говорят, мы против Порошенко, мы против Саакашвили, это есть защита Порошенко и олигархата. Я не удивлюсь, что лично Порошенко этим занимался. Дякую, пане Михайло.